Шатдаун в США с сегодняшнего дня бьет исторический рекорд по продолжительности. Уже 22 дня, и конца ему пока не видно. Убытки от закрытия работы правительства уже достигли 6 миллиардов долларов. А это на миллиард больше, чем сумма, которую Трамп хочет потратить на возведение стены на границе с Мексикой. Тем временем более 800 тысяч госслужащих из-за вынужденного отпуска не получат в этом месяце зарплаты. Благотворительные организации по всей Америке собирают для них наборы с продуктами питания. Из-за шатдауна, похоже, начнутся проблемы и с авиаперевозчиками. Американские СМИ сообщают, что в аэропортах отказываются работать сотрудники, в том числе обеспечивающие безопасность. Так, с сегодняшнего дня на трое суток перестает работать терминал международного аэропорта Майами. Среди причин закрытия назвали нехватку специалистов на контрольно-пропускных пунктах.